Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой, и сегодня мы с вами говорим на такую тему, как мне изменяют и что делать. Вот тема достаточно непростая, но хочется все равно ее осветить для вас. Мне изменяют. Вот как это можно заподозрить и как на это можно, собственно говоря, в своей жизни к этому прийти, пониманию, что да, действительно это происходит, и вот прямо сейчас вам нужно как-то с этим справляться. Да, друзья, непросто, но все реально, все возможно. Во-первых, если вы понимаете, что вам изменяют, а как это проявляется? Человек близкий уже не так обнимает, уже не дарит те подарки, уже не дарит то внимание, которое было изначально, не дает того тепла, где-то проводит свое время, но уже не с вами. И это все настолько сильно влияет на ваше стрессовое состояние, на вашу психику, что вам достаточно сложно вообще себя контролировать. Так вот, про изменения, почему они приходят и почему они, собственно говоря, становятся такими сильными и такими тревожными, такими мощными. Если в вашей жизни царит хаос, то, соответственно, могут быть не только измены. Но, собственно говоря, как заметить, что человек уже не дает нужную обратную связь? Во-первых, он или она не дарит то тепло, не приходит вовремя, не ужинает с вами, не звонит, не спонтанно уже не целует, не обнимает, да? И это все как-то становится такой рутиной, которой раньше не было. И достаточно сложно в этом состоянии быть собой. Я бы сказала, что человеку, который очень-очень сильно взволнован, важно в своей жизни найти серьезнейшую опору на себя. И если вам изменяют, то здесь не нужно воскрешать отношения, нужно четко оценить, нужен ли мне человек, или я смогу без него идти дальше. Идти дальше, двигаться дальше и получать от жизни все то, что необходимо. Если тема интересна, то, соответственно, вечером продолжим ее в консультациях. Если она для вас достаточно сложна, то тогда ее немножко отложим. Пишите, но я все равно планирую для вас провести прямой эфир, связанный с тем, как помогать себе при постстрессовом расстройстве, расстройстве после развода и других таких неприятных историй. Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. До новых встреч!